Эти существа вызывают у многих людей настоящий ужас. Однако они никогда не нападают первыми. Он может ужалить, только если на него случайно наступить или потревожить. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Скорпион является очень интересным и необычным существом, который ведет исключительно наземный образ жизни. У многих возникают такие вопросы. Скорпион – это насекомое или животное? И где же он все-таки обитает? Именно об этом я вам сегодня и расскажу. Скорпионы – это беспозвоночные животные, пожалуй, самые древние из класса паукообразных. На Земле скорпионы живут более 400 миллионов лет и распространены почти на всех материках, кроме Антарктиды. Они встречаются в тропических лесах, пустынях и саваннах, в горах и по берегам морей. Удивительно хорошо переносят любой климат, хоть жара, хоть холод. Насчитывается около 2400 видов, но смертельно опасных всего 25. Вокруг этого существа витает очень много мифов. В древнегреческом мифе рассказывается, как коварный скорпион ужалил охотника Ориона, за что и был превращен в созвездие. Несмотря на кажущуюся любовь многих скорпионов к жаркому сухому климату, на самом деле они плохо приспособлены к жизни в сухой атмосфере. Несовершенное дыхание с помощью легких, имеющих большую поверхность испарения, заставляет скорпионов придерживаться различных укрытий. Щелей в скалах, нор, где влажность воздуха близка к насыщению, несмотря на общий сухой климат. В этих убежищах скорпионы переносят условия жары и сухости. С высокой чувствительностью этих животных к дефициту влаги связана широко распространенная легенда о самоубийстве скорпионов. Если поместить скорпиона внутрь огненного кольца, он после недолгих подергиваний брюшком, которое в этот момент загибается на спину животного, погибает. Полагали, что скорпион поражает себя собственным ядовитым шипом, чтобы избежать мучений в костре. Однако хорошо известно, что скорпионы нечувствительны к собственному яду. В период спаривания самцы даже покалывают самку ядовитым шипом, что повышает ее возбудимость. Причина мнимого самоубийства скорпиона в огненном кольце – быстрая смерть от высыхания. В зависимости от вида, длина тела от 1,5 до 20 см. Окрас может быть зеленого, коричневого и даже черного цвета. У скорпиона голова маленькая, тело удлиненное, делится на голова-грудь и членистое брюшко. 4 пары ног и 2 мощные клешни. На голова-груди от 4 до 12 глаз. Зрение наиболее развито. Хвост скорпиона состоит из 5 колец. Яд находится на последнем. Тело покрыто ворсинками. С их помощью он получает информацию о находящейся недалеко от него жертве. Средняя продолжительность жизни – 8 лет. Все скорпионы – ночные животные. Днем прячутся в укрытиях под камнями, в норах зверей или зарываются в почву. Так что и в сухих пустынях находят места, где высокая влажность. Нередко они заползают в дома людей, забираясь по стене даже на высоту 2-го этажа, но никогда не селятся рядом с человеком. Скорпионы, как и другие паукообразные, могут потреблять большое количество пищи за один раз. Питаются скорпионы только пойманной заживо добычей, различными насекомыми и мелкими позвоночными. Скорпион хватает добычу, перегибает брюшко через спину вперед и вонзает иглу в тело жертвы. Добыча быстро парализуется, и скорпион начинает
свою трапезу. Некоторые виды способны голодать от 6 до 12 месяцев. На скорпионов охотятся не только крупные животные. Их могут атаковать другие членистоногие, такие как муравьи, пауки, сальпуги и многоножки. Основными хищниками являются лягушки, ящерицы, змеи, птицы и млекопитающие. Сурикаты в какой-то степени специализируются на охоте на скорпионов, будучи невосприимчивыми к их яду. В Южной Африке павианы поедают местных крупных скорпионов, предварительно оторвав им хвост с ядовитым пузырьком. Все скорпионы раздельно полы и принадлежат к живородящим животным. Во время ухаживания самец и самка хватают друг друга за клешни и двигаются в танце. Танец может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Затем пара расстается. Хотя частенько бывает, что самка поедает самца по окончанию совокупления с ним. У некоторых видов скорпионов беременность может длиться более года. Размер выводка варьируется в зависимости от вида. От 3 до более чем 100 особей. Потом детеныши помещаются на спину матери, где они остаются до тех пор, пока не пройдут хотя бы одну линьку. Но в то время, пока самка носит на себе малышей, она не может полноценно охотиться. Поэтому в случае голодания самка может съесть одного или нескольких своих детенышей. Укус скорпиона ощущается болезненнее, чем змеиный. Некоторые виды настолько ядовиты, что их укус может привести к летальному исходу, особенно для детей, стариков и беременных женщин. Место укуса отекает и краснеет. На коже может появиться пузырь с прозрачным содержимым. Если человека укусил скорпион, необходимо оказать пострадавшему первую помощь. Человека надо уложить на ровную поверхность с приподнятой головой. На место укуса накладывается холодный компресс. Холод вызывает рефлекторный спазм сосудов, благодаря чему замедляется всасывание яда в кровь. Если произошел контакт с опасным видом скорпиона, следует обратиться за медицинской помощью. Ну а вам спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Берегите природу и всем пока!